40% опіків поверхні тіла отримав 14-річний юнак, що виліз на потяг, аби сфотографуватися. У цей момент його вдарило струмом. Хлопець перебуває у вкрай важкому стані у лікарні. Також у нього виявили опіки верхніх дихальних шляхів. Дитина забезпечена усіма необхідними медикаментами. Найбільш неблагоприятне пораження – це пораження верхніх дихальних путей. То есть в сочетании с поражением 40% поверхности тела это очень тяжелое состояние. Ребенок, считайте, вторые сутки находится уже в состоянии шока. Это крайне тяжелое состояние. Разъяснительные беседы проводятся регулярно. Тем не менее, к сожалению, без объединения и усиления этой работы со стороны педагогов и родителей, я на этом тоже настаиваю, подчеркиваю, эффекта не будет. Дети в силу подростковой психологии уверены, что с ними точно ничего плохого не случится. И, к сожалению, вот такая самонадеянность приводит к подобным трагедиям.